в нашем выпуске. Большое видится издалека. Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола и Джоди Фостер нынешней осенью направили протест в Ассоциацию кинопроизводителей США в связи с тем, что традиционная рассылка киноакадемикам картин, претендующих на «Оскар», приносит пользу только пиратам. Они умудряются переписать DVD-диски с фильмами до того, как они доходят до адресата. Убытки прокатчиков исчисляются десятками миллионов долларов в год. Однако следует отметить, что даже этот печальный факт никоим образом не сказывается на росте DVD-продукции. Именно на этом сверхпопулярном формате работают сегодня все современные видеосистемы. О том, как выбрать универсальный накопитель для домашней фильмотеки, сюжет Андрея Золотарева. От привычных кассет VHS DVD-диск отличает принципиально новое, улучшенное качество картинки. Кроме того, плеер DVD способен обеспечить мгновенный переход к любой точке фильма и режим паузы без всяких искажений. Любой DVD-проигрыватель способен выдавать качественную картинку, независимо от типа телевизора. Исключение составляют лишь плазменные панели и хорошие проекторы. Точную картинку для них могут обеспечить лишь DVD-плееры с так называемой прогрессивной разверткой. Не менее важно для создания домашнего кинотеатра и качество цифрового потока. Он может быть разный, то есть порядка 24 бита с частотой 96 кГц. Скажем, лучшим звуком будет обладать аппарат, у которого те же самые 24 бита, положим, но частота понтования уже 192 кГц. Как правило, DVD-диски могут звучать на нескольких языках по выбору, а большинство фильмов могут воспроизводиться с субтитрами. Кроме того, хороший DVD-плеер может проигрывать и видео-CD, и MP3, и даже диски с цифровыми фотографиями. Для того, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение нелегальных DVD-дисков, производители кодируют проигрыватели и сами диски. В результате мир оказался поделен на 8 географических зон. К пятой зоне относятся СНГ, Африка и Северная Корея. А фильмы, привезенные из любой другой страны, могут на российском плеере просто не прочитаться. Но тем, кто купил за границей сам проигрыватель, отчаиваться не стоит. За отдельную плату отечественные умельцы смогут заставить DVD-проигрыватель читать все подряд. Да и некоторые магазины в последнее время предпочитают торговать уже раскодированной техникой. Новинка сезона – пишущие проигрыватели. С помощью этого устройства можно записывать видеосигнал прямо на диск. Есть даже перезаписывающиеся диски, но вот прочитать их способен далеко не каждый проигрыватель.